Мои хорошие, всем приветик! Всем привет! Только домой пришла. Я сегодня в таком хорошем настроении, чего и вам желаю. Чего и вам желаю. Сейчас пришла, кофеек заварила. Без вас заваривала. Попьем такой булочкой. Малятку с повидлом. Малятка с повидлом. Сейчас буду готовить. Думаю, либо же с картошки что-то вкусненькое приготовить, либо же макароны, спагетти отварить. У меня сардельки еще остались чуть-чуть. Отварю сардельками, покушаю. Посмотрю, сейчас подумаю, что приготовить. Короче, ездила сегодня в дом свои имения, как говорится. Имения мои неплохие, отличные. Смотрите, какой пирожок. Вкусный. Короче, посмотрела, что там делают. Привезла материал, наняла машину. Машина мне обошлась нормальные деньги. Отвезла напольное покрытие. В дом сошла, в дом полностью не заходила. С коридора посмотрела, полы солитые. Вы пишите на доски. На какие доски? Доски все поснимали. Под несом, под досками был бетон. Бетонированный пол. Они еще раз другой слой бетона солили. Он сейчас остывает. Сейчас высыхает. Потом постелят подложку и уже будут стелить на напольное покрытие. Я отвезла сегодня напольное покрытие и эти плинтуса. Все выбрала сама, все отвезла. Сказали, пару дней можно жить. Можно начинать жить. Все быстро, все качественно. У нас сегодня такая жара, 18 градусов. Я в свитере только пришла сразу кушать. Перекус такой с кофейком приготовлю, уже поем плотненько. Может быть, мукбанг запишу. Не знаю, смогу ли я записать, выходите. Чтобы и еда была видна, и я. Камера стоит на подоконнике. Неудобно. Вот уже перееду в свой дом. Уже нормальная кухня у меня будет. И буду записывать как нормальная. Именно подстроенная под меня. Тут кухня хорошая. Тут кухня хорошая, но мне трудно подстроиться, чтобы на ней именно производить съемку. То, как я занимаюсь YouTube-каналом, мне надо, чтобы у меня профессиональное оборудование было. Боже, какие эти булочки вкусные. Это с яблоком. Я, кстати, очень люблю пирожки с яблоком печь. Очень вкусные. Те зрители, которые давно на канале на моем, вы видели те видео, где я пекла пирожки. У меня пирожки, ну, божественные. Видео на канале есть. Вот скажите, вот что делать зимой? Печь пирожки, кушать, наслаждаться зимним периодом. У меня еще хорошая новость есть. Пока что одна.
вкусно. Пока одна хорошая новость. Завтра встречаюсь со знакомой. Посмотрю, что сниму вам. Завтра я никуда не еду. Сегодня все дела решила. Завтра у нас четверг. Сейчас посмотрю. Сегодня вторник. Если я не ошибаюсь, сегодня вторник, завтра четверг. Завтра встречаюсь, решаю своим, ну, с человеком встречусь. И уже в пятницу, скорее всего, будет у меня новоселье. Точно не знаю, в эту пятницу или, может быть, на выходных. Но вы все увидите. Вы все первые увидите. По идее, если все будет идти так, как оно идет, завтра у меня уже последние штрихи осталось сделать там. Я, в принципе, там не нужна. Вот сегодня я там не нужна. Я сегодня приехала, и на этой машине я уехала в город. Приехала буквально на 15 минут. Мне показали, потому что в дом сегодня зайти нельзя было, потому что там все залито, там все застывает. Полы застывают. Есть проблемы кое-какие, но эти проблемы мне решают. Проблемы связаны с тем, что в доме долгое время никто не жил. А так все замечательно, все отлично. Когда ходишь по улице, люди все радуются, радостные люди. Не знаю, жизнь кипит, жизнь продолжается, хоть то, что и творится, это страшно. Вы пишете в Харьков. В Харьков, честно, вот я смотрю новости, я именно новости смотрю от людей. Не то, что там какие-то каналы политические или еще что-то. У меня простуда. Смотрю новости именно от людей, черпаю информацию. На данный момент опасно. Опасно ехать в Харьков. Я надеюсь, что весной обязательно поедем. Зима, конечно же, безусловно, тяжело, трудно. Но уже весной поеду. Курение, кстати, не пропагандирую. Купила лекарство от простуды. Я лечусь. У меня простуда просквозила, просто просквозила. Такого, чтобы нет сильной простуды, легкая. Легкая простуда. Много болеют людей. Ну, осень, перепады температуры, ночью заморозки, днем 18. Вот представьте. Представьте себе. Но сегодня такое ощущение, как бабье лето. Сейчас хочу вкусненько покушать, плотненько перекусила. Пришла, бутерброд съела, ряженку попила. Сейчас булочку съела с кофейком. Прелесть. Прелесть. Сейчас вам скажу, сколько у нас точно градусов сейчас. Сейчас вам скажу. Потому что утром вышла, было прохладно. Я сегодня рано вышла. Погода. Плюс 15. Днем было 19. Тепло. Ну, на солнышке такое, знаете, лето-летнее. Погодка отличная. Настроение тоже отличное. Сейчас вам покажу. Вон погода. Солнышко. Небо чистое. Я вам показала вчера курорт. Шикарный парк показала. Вчера тоже в этот магазин зашла. По дороге уже возвращалась, купила колбасу, мясные изделия купила. Очень вкусно, я так вкусно поела. Вот реально, я же говорю, когда долго дома не бываешь, вот этот вкус, именно домашний вкус, но его, конечно, ни с чем не сравнить, ни с чем. Я думаю, те люди, которые вынуждены были Украину покинуть, по возвращению в Украину, они то же самое испытают, то же самое.
Вот я приехала, вот честно, ни грамма не жалею. Наоборот, такое состояние, вот я уже привыкаю, что я уже живу в другой стране, в своей стране. И такое состояние просто блаженное. Блаженное состояние. Я же говорю, под лежачий камень, я вам уже это говорила в Германии, под лежачий камень вода не течет. Обязательно надо двигаться, обязательно надо идти вперед. С гордо поднятой головой. Опять посторонние звуки. Опять напишите, что у меня кто-то в квартире есть. Прелесть. Кофе вкусный. Настроение хорошее. Завтра у меня встреча. Послезавтра, надеюсь, все сложится так, как планировалось. Как планировала, так и будем надеяться, что все будет. Я же говорю, кто к чему стремился, своего добился. Есть такая цитата. По поводу дома вы пишете, что халупа, ну как только... Нет, есть искренние зрители, которые искренне порадовались, которые счастливы за меня, вам огромное спасибо. А тем людям, я не знаю, лишь зависти, или я не знаю, с чего вы пишете негатив про мой дом. Я же говорю, купите, купите сами. Сами хоть с чего-то начинайте, вот хотя бы с такого начните. И вы будете счастливы. Я же говорю, чем тратить ежемесячно деньги на арендованные квартиры, на арендованное жилье. Я могла, в принципе, снять себе и дом в аренду, и квартиру в аренду, снять и жить в квартире. Но, имея свою недвижимость, свою собственную, я те деньги, что потрачу на аренду, на съем жилья, я лучше их вложу в ремонт, я лучше постепенно себе все сделаю, и это капитал. В любом случае недвижимость – это капитал. По поводу одежды, как вы пишете, в одном и том же свитере. Я не брала в эту квартиру с собой вещи. У меня все вещи в доме. Абсолютно все. Перееду в дом, уже, конечно же, гардероб поменяю. Так что все. Вроде все сказала вам, все сделала. Еще раз говорю. Все супер. Кстати, вот эту минералку купила. Такая вкусная. Она слабо газированная, но очень вкусная. Вообще, все тут вкусное. Пишут, опять-таки пишут, почему я варю кофе с бутылеванной воды. Потому что, я еще раз говорю, я поменяла регион. Регион я поменяла, эта вода недорого стоит, мне оно не затратно купить воду очищенную. Я регион поменяла, пока я не могу привыкнуть к воде в этом регионе, потому что тут вода, тут минеральные источники, тут вода немного, вот для нас, для людей, которые мы тут не жили именно в этом регионе, она немного специфическая, она очень хорошая. Она полезная вода. Но заваривать кофе, я один раз заварила кофе с воды из-под крана, она немного соленоватая. Мне еще хозяйка, которая сдавала эту квартиру, она мне предупредила, что вода из-под крана имеет соленоватый. Мы привыкшие, мы местные, местное население, мы привыкли. Вы с другого региона, вам может быть, она сразу вы не адаптируетесь. Я попробовала, да, соленая водичка, но хорошая. Хорошая. Я по структуре волос вижу, волос улучшился, потому что уже сменила воду, мою хорошей водой голову. Так что вот как-то так. Все, поставлю вас на загрузку. Всем еще раз хорошего настроения, хорошего вечера, потому что видео вы посмотрите вечером. Что еще хочу добавить? Всем мира, позитива и любви. Любите, будьте любимы, и все будет хорошо. Всех целую, всем пока-пока.